открыл горло, я это убираю, чтобы эту пятку дать. Опять он говорит, то есть я ему здесь сказал, я присел, чтобы выпить, а теперь ему опять же вот здесь, 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 здесь. То есть руки в локоть, рука, локоть, рука, локоть, здесь, здесь. То есть вы можете без замахов выполнять достаточно сильные, хорошие удары. Боковые. Опять вот. Тоже можно раздеть длинные боковые, средние боковые, короткие боковые, да, то есть, средние и почти такие, как короткие боковые. Ну, берем средний, который наиболее, скажем так, воспринимается лишь средний. Вот я его получаю. Я его получаю, руку маленькую так. И вспоминаю палку, которая. Снизу, да, снизу, допустим. Ну, это. Вот и он. Снизу. Вообще прямой. Да. Снизу. Получается, что сверху, только это власть снизу. Ну, плоскость не надо. И ваши руки, которые находятся здесь, положение тела, он, я его сделаю. Также выстраиваете угол. Выдох помогает ускорить, если что-то не вписались, получили, то выдох сбрасывает тот избыток давления, которое образовался и отмечает прием к себе. Опять я ему отсюда прыгаю, чтобы это же ударить. И это же ударить.